Приветствую всех зрителей канала Fashion TV. С вами Виджей Катя Гусева. Сегодня мы находимся на торжественном мероприятии, посвященному нашему звездному стилисту Денису Аверьянову. Проходит все в стариках бар. И, конечно, нас ожидает его фотопроект «Накажу тебя кудрями» и показ от Виктории Чертиной. Сегодня вы все это увидите. Сегодня нас ждет проект «Накажу тебя кудрями». Расскажи о нем, пожалуйста. Все мои друзья знают, что я безумно люблю кудри. И вот почему бы не сделать такой фотопроект. Сегодня у меня день рождения, празднуем открытие салона и презентация фотопроекта «Накажу тебя кудрями». Скажите, почему вы решили вот сделать такой проект? Наш плюс, наше преимущество в том, что мы выезжаем целой командой. В профессионализме своих мастеров я уверена на 100%. Скажите, пожалуйста, пожелания Денису. Денису я желаю замечательных, красивых клиенток, красивых в первую очередь душой. Пусть всегда у него внутри, в сердце будет тепло, уютно и спокойно, как дома. И тогда и снаружи будет всегда все очень хорошо. Чтобы его фантазии не кончались, не заканчивались никогда. Давай, твори, мэн! Счастье именно в то, что он делает. Счастье тебе, здоровья, яркого солнца на небе над головой. Трудолюбие, которое у него есть, здоровье, конечно, и реализация всех целей, которые намечены. Денис, мы тебя очень любим. Чтобы он становился все популярнее и популярнее, чтобы его творческий потенциал рос. Здоровье, счастье, успехов в его нелегком труде. Чтобы он радовал нас красотой, которую он делает на наших девушках. Любви, счастья, здоровья, благополучия. Я желаю ему жить на полном фэшне. Развитие бизнесу, его коллективу и творческого вдохновления. Мы всегда участвуем в самых интересных мероприятиях этого года. И день рождения Дениса Аверьянова не исключение. И в общем, мы все очень рады. И Денис, с днем рождения! Чтобы у него все в жизни складывалось очень хорошо. Счастья тебе, успехов и творческого вдохновения. Денис, я желаю тебе оставить свой след. Сегодня презентовали клип. Он действительно достаточно мистический, необычный. Историю клипа придумали вместе с режиссером. Песня называется «Убивай меня, а я воскресаю». Это моя авторская композиция. Сегодня я подготовила безумное, эпатажное и, что важно, фэшн-шоу, потому что это не просто вечеринка, это день рождения прекрасного стилиста. Дальнейшего процветания, карьерного роста. Мама его тоже очень любит, и мы тебя все любим. Всегда поддержим, как бы тебе не было трудно в этой жизни. Знаешь, что мы всегда с тобой рядом. Всегда будь креативным, достигай своих целей, успехов тебе в будущей карьере и всегда добивайся того всего, чего ты хочешь. Я его очень люблю, обнимаю, целую и надеюсь на долгое сотрудничество. Еще больше творческих успехов. Знаю, что мы команда общая, мы за единый дух. Всего самого наилучшего. Денис, мы тебя любим! Огромное спасибо. Я
знаю, что я собрал самую лучшую команду в мире. Вы самые лучшие, самые-самые прекрасные. Я вас очень сильно люблю. Я уверен, что мы будем лучшие из лучших. Желаю, чтобы хватило сил не останавливаться на достигнутом, идти только вперед. Конечно, я рад, что у меня столько друзей, которые мне поддерживают, помогают мне и вдохновляют. И, конечно же, огромное спасибо моим партнерам, которые поддержали этот фотопроект и дарят замечательные подарки моим гостям. Канал Fashion TV поздравляет нашего звездного стилиста Дениса Аверьянова с днем рождения. Мы поздравляем тебя с открытием нового салона. И, конечно же, твой фотопроект сегодня нас всех поразил. Мы желаем, чтобы ты всегда был счастлив и получил от жизни все. А с вами была я, Виджей Катя Гусева. Оставайтесь на фэшене. I love Fashion TV. 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 Настя Крайнова. We love Fashion TV. We love Fashion TV. We love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV. I love Fashion TV.